В Жамбылской области закрывается единственный клуб спортивных танцев для инвалидов «Талас Жолкане». Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель областного управления спорта и физкультуры. По его словам, работа профессионального спортивного клуба, призванного готовить резерв для сборной команды и спортсменов международного класса, не соответствует первоначальным целям. Несмотря на то, что клуб существует 4 года, ни один спортсмен не сумел войти в национальную сборную. 187 человек, которые занимались здесь танцами, не останутся за бортом. Они получат возможность пойти в специализированную спортшколу. Нецелесообразно содержать административных работников клуба. Во исполнение поручения главы государства по поводу приватизации либо оптимизации государственных предприятий в сфере спорта и в целях эффективного использования бюджетных средств принято решение вместо спортивного клуба открыть отделение спортивного танца в специализированной детской юношеской спортивной школе Олимпийского резерва номер 3.